Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста, его крепит неведомою силой. Осуждения, и дух смирения, терпения, любви, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрия мне в сердце. За здравие Мэри, милой Мэри моей, тихо запер я двери и один без гостей. Пью за здравие Мэри. Можно краше быть Мэри, краше Мэри моей, этой маленькой Мэри, но нельзя быть милей, резвой, ласковой Мэри.
счастлива, Мэри, солнце жизни моей. Ни тоски, ни потери, ни ненастливых дней. Пусть не ведает Мэри. Тихо запер я двери, один без гостей. Пью за здравие Мэри, солнце жизни моей. Я пью за здравие, я пью за здравие Мэри, за Мэри. Спасибо, дорогие друзья. Ну, вы, наверное, узнали, что автор слов этих произведений Александр Сергеевич Пушкин. Ну, а автор музыки этих произведений присутствует сегодня в зале. Это Джулиан Генри Лоуенфельд. Спасибо, Джулиан.